Пол девятого. Уже пора и на работу ехать. Пятый этаж. Каждый день. Все, мы в офисе. Точнее, теперь мы в офисе. Сейчас я доделаю некоторые свои дела по налогу. Не отправлюсь дальше по делам. Одни расходы. Вот так смотришь на расчетный счет. Вроде деньги есть. Только приходит время платить налоги. Хоп! И денег сразу нету. Как жить в такой экономике? Послушаем гороскоп. Львы, помните, мечтать не вредно. Сегодня всякая фантазия имеет право на осуществление. Девы, вы не заметите трудности, если разделите их с кем-нибудь. Поищите надежную компанию. Весы, сегодня вы хозяева положения. Можете смело подстраивать обстоятельства и людей под себя. Скорпионы, невозможное возможно, не стоит тратить время на любование собственного могущества. Стоит действовать. Стрельцы, сегодня все будет хоть чуточку. А сейчас нам надо съездить в магазин игрушек. Вчера я посмотрел там прикольную игрушечку, и ее надо приобрести в магазин комиксов. В каждом магазине комиксов должен быть свой супергерой. Так что едем покупать по скидке игрушку. Знакомьтесь, Бумси. Теперь он будет проживать у нас в магазине комиксов. Комикс Бум. И ему я сразу еще подобрал дружка. Вот это. Как назвать его, я пока не знаю. Попрошу, чтобы мне помогли. Добро пожаловать в закрытый клуб. Магазин комиксов. Да не комиксы. И теперь у нас появились здесь два этих жильца. Позвонила дочка и предложила назвать вот этого нашего нового жителя и друга Бамсика, вернее Бумсика, Артик. Ну а что, вполне достойно, вроде как арктический житель, и звать его будут Артик. Ну, пусть будет, мне нравится. Небольшой перерывчик, на 2 часа у меня встреча, позвонили, договорились. Сейчас попью чаю, посмотрю, прошла ли оплата за доставку груза, и поеду получать груз. Вот такая небольшая беда. Закончился чай, но последний был, заварил. Хорошо, что у меня есть совпайки, могу оттуда достать чай. Пришло несколько заявочек. Заявочка на совпайки, которых у меня уже нету, к сожалению, да. Они прибудут где-то через неделю-две. Пришли заявки на инструмент и пару заявочек на комиксы. Сейчас попью чая. И отправлюсь за инструментом. Не закружилась голова, не? Вот такое. Да.
А теперь едем в транспортную компанию. Самое плохое то, что она находится на другой стороне города. Блин, а еще район такой неудобный, одни пробки. А что делать? Едем. Добрался без пробок, но завернул не туда, поэтому пришлось идти пешком. Потому что выезда там как такового нет. Пришлось немного заправиться, а то бензин уже совсем кончился с этими поездками. Заправляемся на Новгород нефтепродукт. Самый нормальный бензин, я думаю. А теперь двинем на почту. Надо отправить письма. Почту с договорами отправил. Сейчас уже почти 2 часа. Сейчас как раз встреча у меня с партнером, который хочет предложить мне карты продавать еще в магазине. Вот, поговорим, ну не знаю. Как-то не уверен я, что карты пойдут в магазине комиксов. Ну, ладно, пошел я в офис. Прошла небольшая плодотворная встреча с представителем новгородского АГП. Пришли к какому-то консенсусу. Попробуем поработать с их картами. Немножко свободного времени. Посижу, отдохну. Прошло 5 минут. Я отдохнул. А теперь снова едем. Только на этот раз уже в Билайн. За документами. Билайн я посетил. Документы все свои забрал. Теперь идем назад в офис. Придет человек со сухпайками, и ему нужно их отдать. Немного подразобрался с делами. Коммерческие предложения, прочее. Приходил как раз человек, покупал там кое-что. Сейчас буду заносить документы. Ну а что? Тоже дело нужно. Вниз полегче спускаться. На, сходить перекурить. А вы не курите. Вредно. А у нас прошел дождь. Обещали сегодня грозы вроде, как МЧС предупреждала. Пока нету. Хорошо, когда в офисе есть сухпайки. А чай в это время закончился. Можно взять вот такую чаек и попить. В прошлый раз-то мы не попробовали чай. Теперь будет возможность попробовать его вживую. Что за чай такой майский? Вот в таком темпе и проходит весь день. Пока пью чай, решил в живой журнал зайти почитать, что же там написали друзья. Тут я недавно выложил фотографию челнока. Думал, что никто его не узнает. Оказывается, почти все знают, что это такое. Как будто все вязали сети в детстве. Ну вот, в офисе на сегодня примерно все. Сейчас надо навестить магазинчик комиксов. Ух, какая-то погода интересная на улице. Сильный ветер, кричат люди что-то. Пойду посмотрю, да и заодно и покурю опять. Наши новоиспеченные жители. И вот. Видит он вас? Пустоватая стеночка. Надо на нее повесить плакатик. Сейчас, наверное, уже и нет людей, которые могли сказать, что не знают, что это такое. Пусть будет так. Осталось немного подождать свету, и уже можно ехать домой. И на сегодня мой день окончен. Ну все, куда сейчас едем? Домой. Домой? Угу. Ну все, едем домой. Вот как-то так проходит мой день. Всем пока.